Да, кстати, вторая песня, которую я пел, называется «Где-то внутри». Следующая песня называется «Посвящение». Посвящение, как, ну, у меня в первую очередь, ну, Высоцкий, мы их много кому можно посвящать, потому что здесь в этом зале верю, что в этом зале, наверное, люди, которым можно эту песню посвятить. Но в любом случае, центр за вами, ну, так скажем, внутренний центр. Посвящение. Thank you.
Творец.